Декабрь – не только время первых холодов, но и всеми любимых сезонных фруктов. Мандарины, гранаты, хурма, киви и бананы должны быть на каждом столе. В полном ассортименте зимние дары природы можно найти на центральном рынке. Спелые плоды помогут выбрать продавцы. Цитрусовый символ Нового года здесь от 4 рублей 80 копеек. Мандарины в ассортименте идут двух видов. Одни идут марокканские, чуть-чуть с кислиночкой, и вторые – Италия, идет без кислинки, чисто сладкая. А что предпочитают покупать люди? Хурму очень любят. Гранаты вот египетские очень сильно любят. Кишмиш любят. Мандаринки клементина любят. Рядом красуется и сладкая хурма. Цена и сорт разнятся от одного прилавка к другому. Испанский фрукт можно найти от 4 рублей 20 копеек. Помидорный и узбекский королек обойдутся чуть дороже – по 4,50. Есть и киви-карамелька. За него просят 5,50. Бананы за килограмм по 3,50, гранаты – 3,20. Я внукам покупаю мандарины, апельсины, бананы у них вообще любят. В основном это покупаю яблоки. Я люблю мандарины зимой, с детства. Важнее вкуса только польза зимних фруктов. В витаминном топе – гранат. Он обладает множеством полезных свойств. Улучшает функции щитовидной железы и состав крови. В том числе существенно помогает повышение гемоглобина. Второе место занимает хурма. Ударные дозы калия и магния превращают плод в отличное средство от сердечных болезней. А одна ягода киви обеспечивает тело человека суточной дозой витамина С. Дальше это цитрусовые. Распространенные – это лимон, мандарины – всеми любимые, это лидеры по витамину С. И, конечно же, нужно очень внимательно употреблять, чтобы не было аллергии. Чтобы разнообразить свой фруктовый рацион, всегда можно приготовить смузи. Вам понадобится банан, хурма и киви. Конечно, не обойтись без блендера. Подойдет как обычный, так и погружной. Ингредиенты взбейте до однородности и вылейте в любую удобную форму. Совет для самых больших сладкоежек. Добавьте ложку меда в фруктовое пюре. Такой лайфхак точно порадует ваши рецепторы. Плюс блюдо можно красиво подать к столу. Зимой наш организм нуждается в полезных веществах, как никогда. Недостаток солнечных лучей, простуды и упадническое настроение – все это ослабляет иммунитет. Поэтому в холодное время так важно поддерживать свое здоровье. А лучшие витамины в этот период содержатся не в аптечных капсулах, а в сезонных фруктах. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.